Дорогие друзья, вы обратите внимание, наш шеф-повар что делает? Сейна, что мы готовим? Бешамель плов. Бешамель плов. И сейчас вот в рис с водой закипает. Добавили укроп. И вот сейчас вот перемешивается рис с укропом. И через некоторое время будем процеживать. Aziz dostlar, bugün sizler için şüütlü beşameli plov eləyəcəyik. Süsü bastırılmış tananın Прям масло как заиграло, обжаривается наша кореечка говядины. И все готовится точно так же, как готовили несколько веков, друзья мои. Но там, конечно, все было на углях. Но мы сегодня готовим на электричестве. Грозы всегда будут в нашей жизни, друзья мои. Они нам дадут понять, кто готов с нами поделиться зонтом. А что мы выкладываем, Сейран? Это картошка по-вокси, да? Как? Картошка, зевге гёре картошка бурусан. Все, великолепно. Зевге гёре, друзья мои. Слава, мен özüm şəxsən картошканы aşın dibində картошка qoşdurum, ona görə öz zevgime uyğun eləmişəm. Kim istəsə belə eləyəm. И сейчас обратите внимание, наш шедевральный рис. И вот Зафаран. Шафранчик уже мы заварили и поливаем рис наш шафраном. Процесс нашего приготовления продолжается.